Чем, мужики? Как настрой? Отлично. Так вот, выехали на Каратау. Попробуем поймать сазана. Сезон сазана 2020. Ну давайте на Каратале встретимся.
Так вот, приехали на каратал. Места, как всегда, заняты. Одно место нашли. Вот. Сейчас будем раскладываться, рыбачить. Вода мутная. Вот так. Подготовка. Так вот, поставили фидера. Будем ждать поклевки. Чушки тундрик. Он на лдрыш. А, у тебя это. Так, насчет насадки. Вот. Это кукуруза, короче. Тут кукуруза, которую я сам варил. И бандюэль, молодая кукуруза. Две баночки берешь, сюда высыпаешь, все перемешиваешь, а потом добавляешь сюда, ну, 3-4 столовые ложки меда, все перемешиваешь и оставляешь в холодильнике, ну, на 3-4 дня она все пропитается медом здесь, и нормально получается наживка. Бандюэль с медом. Клюет отлично. Пробуйте. Вот, иду насаживать сейчас. Вот такая. Вот такая она. Бандюэль с медом. И кукуруза. Короче, одну твердую кукурузу одеваешь. Потом несколько бандюэлек. Если бандюэльки отлетают. Ну, одна кукурузинка по-любому остается. Ну, для страховки вот так, чтобы пустой крючок не лежал. Ну, ловим. Покажу, как я делаю насадку. Ну, это вот сегодня я делаю с кукурузы и черви. Черви вот должны вот так стоять, шевелиться. А так вообще чисто кукуруза. Зверь, чай. Аспа. Бай, понш. Зверь. О, есть. Сазан. Первый сазан. Аспа, да. Пацак, Нурлан, быстрее. Пацак, давай. Подходи, заходи. Заводи. Давай, Нурлан, заходи. Ты что?
Потихоньку заводи, потихоньку. Во. Во. Вот. Каратальский сазан. Леска. Тохта джага гашхара кишкина. Тата сказка груз. О, бухай есть. Самое главное, даке, видишь, кто подсачком работает, вытаскивает траву. Кто поставил, не слышишь? А кто поставил, я не слышу. Москва. Китко? Твой спидо? О, сомики. Каратал. Лето 2020. Чигиттер, какая рыбалка? Тема, вот. Тема осталась на треке. Бля, будьте спорить, бэр, хайлэн. Дрыхин, дрыхин. Дайте мне выстрелить. Вон, шпимал. Самик. Самик. Маленький. Так и то вообще тухло, это тухло. Да. Ах, да, обшарен давно. Хороший. Посмотри, гнездо. Их, вы! Ну вот, видели, мужики? Чернецо. Да нет, а где эмоции? А? Ты как будто на коммунальный рынок поехал и... Ну, хороший сом. Вот так надо рыбать. Угу. Ну, как впечатление? Хорошо. До первого выезда. Блин, думал, сазан. Он тоже в буйки попался. Так, ладно. Будем перезабрать. Это пропал. И чистил рыбу же. Вот. Сазан. Планируем сделать уху. Жирный сазанчик.
вечер. Клев не особый, но есть рыба. Еще у нас на жареху есть рыба. Да. Вот ночь. Выставились. Светлячки стоят. Птички поют. Сейчас костерчик буду разводить. Нурлан. Так. Как рыбалка у нас сегодня? Уха. Ага. Настоящая на костре. Ну-ка, покажи-ка. Ох, когда сазан варится там. Сейчас минутку, пускай постоит. И будет тамаша. Уха, как положено на костре. Сейчас чайник тоже закипятим. И будет как в лучших домах Лондона и Парижа. Снасти стоят. Вот там светлячки. Вон они. Тишина. Клёва нет. Один сом попался. И все, вечером. Сейчас будем его покушать. И когда сюда кладется? Она, ай! Она, уже не смогла. Ты что, прямо? Не на огурцы, там и тут же прямо. Соль вроде нормальная. Ну-ка, помешайтесь. Сазан подними, что там. О, мясо готово. Наха. Пока чай тайнет конча. Пускай потомится. Самый интересный. Настоящий рыбацкий чай на костре.
что, все, готов? Так вот. Сейчас. Вам как, рыбу в этот ложить? А? Говорите. По одному куску рыбы. Вот так вот. Да, у меня сапой, слышишь? Лисо сапой, слышишь? Давай. На, на, слышишь. Вот так. Красный перец хорошо. Черный перец мармак. Черный. Черный перец мармак, да? Горошин, горошин. Сейчас солдо. Порезали, да? Да. Вот. Ну-ка, ну-ка. Так. Точек фонарей джамими. Ертен классно утром будет. Вот так. Так вот, господа рыбаки, сидим на каратале, кушаем уху. Время сколько у нас? Почти 10 часов. Сазан вкусно получился. Ветра нет, тишина, штиль. Комаров нету, кстати. Мало. Ну все, будем кушать уху. Палку по заносу рвать? Халай вон-то. Да? Вот такая вот у нас рыбалка. Вон там чай. Вот у нас, вот у нас уха у нас. Че, ну как, мужики? Куанш, калай. Тамаша демал свой отрыв. Букуль карантин даст стресс снимать этот отрыв. Руан, калай. Супер! Вот, джинтер, рыбалка Ашингер. Бал джиндер. Сырп. Бізге бүгін Аллах бір балық берді. Сазан. Соны пісіріп ухасын шығып атырмыз. Ертең көреміз не болады с утра. Обычно с утра вот такой вкус.
позже. Утро. Сомы, караси, сазана съели, правда. Небольшой вот. Сомик. Маленьких отпускаем. Двух нормальных взяли. Этого отпустим, пускай пойдет. Что-то мне хочется. Я уйду сейчас. Сила, пошел. Вот так. Так вот, порыбачили. Мы сейчас увозим с собой. Не оставляйте мусор, рыбаки. Шакал ходит. Шакал. По имени Кандек. Такие пластиковые надо выкидывать.